вкладом на відкритті навчально-виробничої програми підготовки майстрів декорування художньої кераміки. Саме ця програма стала можливою за сприяння благодійної організації благодійного фонду «Карітас Краматорськ» і ініціювали необхідність саме проведення цієї програми керамічний кластер міста Слов'янська при підтримці громадської організації «Молодь Сходу України». І декілька тижнів тому ми присутні були з вами при народженні цієї програми, на старті цієї програми. І от так швидко плине час, що сьогодні маємо нагоду вже говорити про завершення і закриття. Тобто сьогодні ми з вами зібралися саме для того, щоб поділитися враженнями від програми, тому що це перший досвід проведення саме такої професійної програми, перепрофесійного навчання на базі керамічних підприємств міста Слов'янська. Це перший досвід саме і для громадської організації при підтримці міжнародних організацій, проведення таких заходів. Тому сьогодні якраз саме час поділитися враженнями, розказати, як це було, і, можливо, будувати плани на майбутнє і пишатися минулим. Здравствуйте всем. Было интересно, было весело. У нас мало, как говорится. Все, что вы сегодня видите на столах, меня сегодня уже спрашивали, это не то, что предприниматели принесли, чтобы показать что-то, что было сделано ранее. Все это сделано уже в результате определенных моментов, которые здесь получили наши курсанты, как мы их называли. 48 часов каждому человеку, конечно, мало. Сделали мы выводы очень интересные. Это кому будет детально интересно, потом могу отдельно сказать. Но в общем и целом хочу поблагодарить педуниверситет за прием. Все было очень хорошо организовано и с точки зрения информационной поддержки, методического обеспечения. Хочу поблагодарить Каритас Украина, Краматорск за предоставление финансовой возможности провести подобные курсы. И хочу поблагодарить всех предпринимателей и курсантов, которые приняли в этом участие наиактивнейшее. Также хочу поблагодарить отдельно Александра Сергеевича Трегубова, который нашел время из своей занятости очень большой. Все знают, предприниматели города, керамисты, насколько он занят, для того, чтобы провести вместе с нами эти обучающие курсы на таком высоком профессиональном уровне. Вы посмотрите презентацию и увидите, что это было живое общение, это не было просто академическая учеба. Были вопросы, были неудачи. Значит, на столах вы видите, может быть, у вас будут вопросы на обломках, на каких-то, скажем так, огрызках. Это все были пробы пера, если так можно сказать, наших курсантов во время обучения. Есть указы, на которые несколько сюжетов, есть просто кусочки глины, на которых тоже несколько сюжетов, вон кусок газы. Все это было в процессе обучение, выходили на какой-то определенный уровень, на композицию, на цветовую гамму и так далее и тому подобное. Об этом можно говорить долго и бесконечно. Я надеюсь, что и дальше наши предприниматели будут проявлять такую же активность с целью повышения не только своего уровня профессионального, но и профессионального уровня, как самое главное, своих работников. Навчально-виробнича програма була на цей весь час оцінно прийнята саме Донбаським державним педагогічним університетом, і мені хотіли запросити до слова ректора університету Світлану Олександрівну Амельченко. Шановні курсанти, я вас вітаю в нашому закладі. Дуже рада, що ви додали сил до вашого навчання, надаючи приміщення. І, звичайно, сама теж не сиділа без діла. Хочу вам показати, що мені подарували на день народження. Кераміст, аматор, вільний художник Митков Вадим Вікторович. Зробили глобус з усіми корпусами нашого університету по місту Слов'янську. Починаючи з корпусу 1939 року, це я зразу покажу. І всі корпуси разом з гуртожитками. Це головний корпус, бачите, де ви зараз знаходитесь. Гуртожитки, технологічний факультет, фізичне виховання, педфак. Оце стоїть у мене в кабінеті і надихає мене на подвиги у цьому житті, в цій роботі. От такий керамічний вироб. Я вам бажаю творчості, натхнення, завжди посмішки, миру. І кажуть, чекайте, коли буде щастя, робіть його самі. Я бачу, що сьогодні такі результати, я можна приєднаю для фото цей результат, якщо можна. Я думаю, що це того варто. Дякую за увагу. Яка прослухала курс, має своє
бачення, має що сказати, і ми сподіваємося, що поділиться враженнями. Огромное спасибо создателям проекта, в первую очередь фонду Карита, за предоставленную возможность прикоснуться к секретам живописи и декорирования керамики. Уроки, которые мы посещали, были безумно интересными, познавательными. Шли с удовольствием, хотя выходные свои посвящали, но мы шли с удовольствием. Отдельное спасибо большое, хочется сказать. Трегубову Александру Сергеевичу. Александр Сергеевич, благодарим вас за то, что вы посвятили нам свое время, драгоценное, научили нас. Мы посмотрели на живопись новым взглядом. Спасибо вам большое, спасибо всем. Жалко расставаться, конечно, но понимаем, что проект закончился. Хотелось бы, конечно, продолжения. Спасибо большое. Еще не вистачає вашої людини працівникам, хотілося б навчити їх правильно, навчити їх саме тому, що вже є відомим. І тому, звичайно, нам би хотілося почути думку підприємців, які відрядили на ці курси своїх працівників. Тож дозвольте запросити до слова Віталія Мазанкова. Він теж працює в галузі виробництва кераміки. За предпринимателей хочу сказать, что состоялся проект, маленький, конечно, отрезок времени, каких-то там гипершагов мы не ожидали, но первый блин он не кох, что особенно приятно. То есть девочки и морально подтянулись, и профессионально. Я считаю, что в дальнейшем надо чуть-чуть подкорректировать, и можно это дело повторить. Пока у нас есть такая возможность, пока есть у некоторых желание передавать традиции и опыт, хочу сказать, что у нас желающие на следующий раз уже есть в нашем проекте. Так что надеемся на вас. Спасибо большое. Благодійного фонду «Карітас Краматорськ», координатору питань працевлаштування фонду Геннадію Якубову. На тот момент, когда не хочется много говорить, вижу очень много счастливых лиц, вдохновленных лиц в этом зале. Я рад, что наши возможности помогают развитию кластера, керамического кластера города Славянска и вообще керамическому кластеру в Украине. Поэтому я поздравляю вас с выпуском, прежде всего, и хочу пожелать вам вдохновения, чтобы вас не покидала муза, творите и радуйте других своими творениями. Василий Федорович Иванику, передадите. Спасибо большое. Ну, а я хочу сказать, что громадская спілка «Пласт керамічний край», наша громадская организация Молодського України, висловлює щиру подяку координатору програми з працевлаштування благодійного фонду «Карітас Краматорськ» Геннадію Давидовичу Якубову. Я хочу сказать вам огромное спасибо, потому что то, что вы сделали, это вот очень огромный кусок работы, написать программу, организовать это все и провести. То есть низкий вам поклон тоже, я думаю, что все будут благодарны. И я от лица тоже Каритас Краматорск тоже благодарен вам. Событию, человеку, которого с самого начала, наверное, работал мотор, и человек, который сподвигнул на все на этот проект, Андрей Николаевич Мищенко. Хочу вас поблагодарить и сказать, что действительно вы делаете огромный вклад, огромное дело для всего кластера, керамического кластера города Славянска. Спасибо. Я хочу всех поблагодарить за то, что организовали. Наконец-то организовали хоть какое-то обучение, потому что, обращаясь ко всем предпринимателям, хочу сказать, что вы уже сами видите и столкнулись с той ситуацией, когда во всем городе сегодня не стало проблемы квалифицированных кадров. Я знаю, многие ко мне приезжают, жалуются, что некому работать, но мы бы хотели, тоже бы что-то сделать там и все, а кому? Ну, нет людей. Людей действительно надо обучать. Мы столкнулись сегодня с такой ситуацией, но будем говорить, что мы стоим сегодня на краю пропасти, если уж так сказать. Мы прислали сегодня учеников 40-летних.
будем говорить, в целом, в среднем, 40-летние люди пришли лечиться. Ну что могут 40-летние люди? У них семья, у них проблемы, у них все. В 40 лет обычно уже сами учат других детей. Все талантливые, все хотят, у всех глаза горят. Но времени катастрофически мало, конечно. Они познакомились только с самыми азами. По сути, они прикоснулись к айсбергу, на котором лежит снег. Они дотронулись только до снега. А все, что остальное, они даже не знают. Я им говорил, что вы даже не догадываетесь, сколько вы не знаете. И с такой объем информации вложить невозможно, конечно, в такие сроки. Поэтому я думаю, что если нам интересно, чтобы мы дальше как-то развивались и жили, нам нужно думать и организовывать обучение на постоянной основе, чтобы это работало постоянно где-то. Я не знаю, надо думать, какой культуре есть. Мне только что возникла такая мысль. Мы с вами разговаривали на эту тему, и понятно, что катастрофически нету времени ни у кого, и то, что вот здесь удалось вам немножко наших курсантов, так называемых, приобщить к этому искусству, это искусство, это мизер, безусловно, это мизер. Поэтому я не знаю, насколько это реально, у меня возникла мысль, а нельзя ли, может быть, надо продумать, интернет-уроки, через интернет, чтобы это было бы гораздо, аудитория была бы шикарная, то есть я думаю, что нашлись бы желающие постоянно с вами общаться вживую. Все, скажу сразу, заочное обучение здесь не катит, потому что все должно быть через руку. Вот сколько мы здесь обучались, я показывал буквально чуть ли не каждому, даже их руку. Брал кисточку, показывал, как это набирать, краску, как ложить мазок, как это все пробовать. И когда человек делает, я вижу, как он делает, я тут же ему могу подсказать, где не так. Но это должно быть общение вот сразу здесь. Но если это в скайпе, невозможно это сделать. Это надо теоретически можно рассказать, что такое композиция, основы композиции, там читать, какие-то вещи такие. Но это опять-таки, это как сахар через стекло лизать. Вроде бы да, а в то же время вкуса не чувствовать. Уже детей учат. Уже будут у нас полицейские, а художников нет. А все мы сегодня живем и будем жить именно от этих людей, которые у вас есть. Если этих людей не будет, что вы как предприниматели? Кирпичи будете выпускать? Нет. Значит, вот где наша основа, наша база. Это люди, обученные люди. И вот будучи в Германии, тоже мы задавали вопросы в Мейсене, что у вас самое ценное? Они сказали, обученный персонал. Обученный персонал, самое дорогое, что у нас есть. Все эти машины, все эти печи, все это меняется, все это можно достать, купить, все. Но людей обучить, это время, это сложно. И люди уходят. Я вот, когда работал так, как-то не придавал никакого значения, идет, двигается все это своим чередом. Но когда сейчас столкнулся и увидел, что вот эти люди уже 40-летние, Они по сути почти, они вообще ничего не знают. А дети тем более, никто же не сталкивался с керамикой. У нас всю керамику на Украине положили. Уже в течение более 10 лет не выпускает ни одно учебное заведение вообще никаких специалистов и керамистов. Академия во Львове, я уже тоже давно знаю, они, значит, там учатся на пальцах, вот тоже, как сказать, можно заочно. Они лепят, но у них печей нет, они не обжигают, они не видят даже свою работу конкретно, что они сделали. Вот как мы здесь сделали пробы, то, что они рисовали на втором, это одно, а когда обожгли, они увидели совсем другое. А эти люди даже не видели своих работ. И вот представьте, вот они заканчивают академию, приходят, чему они могут научить, если они сами ничего не видели и ничего не знают. Это катастрофа сегодня. Все люди, которые работали на фарфоровых заводах сегодня, либо уже моего возраста пенсионеры, либо уже кто-то повымирал, и другие никто не пришел, потому что все 15 заводов лежат, нет на Украине. Вся фарфоровая промышленность, которая еще чуть-чуть брежет и осталась, это здесь в Славянске.
Мы сегодня пуп фарфоровой промышленности на Украине. Если мы не встрепенемся и ничего не начнем делать, то все, завтра будут учить они уже, 40 лет. Меня, нас, таких как я, уже не будет. Вот они. А что они будут учить? Вот тот уровень, который у нас есть. Все, и дальше, и выше у нас нет. Будем немцев приглашать, что будем делать? Все. Надо делать школу. Просто надо делать. Художньої кераміки сьогодні ви отримаєте сертифікати, які підтверджують саме вашу участь в програмі, саме те, що ви прослухали цю програму. Ну і звичайно, що ви тепер хоча б трошки, але більше знаєте, більше вмієте, і ви майстри. Будь ласка, Андрій Миколаївич, будь ласка, пане Геннадій. Ну, собственно, проект закончен. Скажите, пожалуйста, есть ли интерес у Кариты продолжать подобное? Еще здесь или же помогать в этом направлении? Проект по переобучению, который мы называем индивидуальные гранты на переобучение, он будет продолжаться и в 2017 году. Мы надеемся на поддержку наших доноров по данному вопросу. Проект действительно закончился, но закончился положительно, и мы уже видим те сдвиги, что можно подкорректировать, какие изменения можно внести в дальнейшем при нашем сотрудничестве с керамическим кластером. Славянска. Ну и ждем предложений от керамистов Славянска о дальнейшем нашем сотрудничестве. Как вы оцениваете эту программу? Итог какой? Я оцениваю положительно, поскольку действительно вижу очень много вдохновленных глаз в зале выпускников. Есть и позитивные, и, скажем так, немножечко моменты, которые огорчают со слов Александра Сергеевича Трегубова о том, что действительно вопросом обучения нужно заниматься немножечко раньше. И люди, которые здесь проживают, государственные власти должны это понимать и должны стимулировать. Геннадий, скажите, а кроме керамиков, что-то еще вот славянские имена обращаются к вам за поддержкой по поводу таких вот программ обучающих? Славянские мы переобучаем по направлению красота, бьюти, это парикмахеры, ну, в этом направлении. Макер, маникюр, педикюр и так далее. Вот. Но это такой один из серьезных проектов, конкретно по славянству. Больше заявок, конечно, у нас на переобучение в городе. А вот если все-таки керамисты смогут организовать такую какую-то школу на постоянной основе, он будет поддерживать? Рассматривать, я сейчас не готов сказать, все будет зависеть от объемов финансирования, от объемов, скажем так, вообще необходимых ресурсов, увеличения ресурсов.